Чувашия известна как край 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. Но это далеко не единственное наше достижение. Узнать о республике немало нового смогли посетители выставки, организованной в Совете Федерации в Дни Чувашии. За быстрое погружение посетителей в национальную культуру отвечал ансамбль «Щавал». Артисты продемонстрировали не только замечательные вокальные данные, но и умение играть на народных, бытовых и даже плотницких инструментах. Двуручную пилу зрители воспринимали как самостоятельную солистку. Сама экспозиция была не очень большой, но насыщенной. Чтобы создать у зрителей представление о творческом разнообразии, организаторы отобрали изделия и народных мастеров, и профессиональных художников. Получилось действительно интересно. Столь лестную оценку заслужили керамические работы выпускников Чебоксарского художественного училища. Перед мольбертами же с иллюстрациями к поэме «Нарспи» зрители потрясенно замолкали. Известный художник Проскевити использует редкую технику горячей эмали, другие приемы, легко управляется символами и знаками, и то, что получается в результате, просто завораживает. Достижения народного хозяйства показывать сложнее, но для этого и существуют современные технологии. Все, что не уместилось на стендах, можно было увидеть на экранах. Что же касается уважения к здоровому образу жизни, его участникам делегации удалось продемонстрировать наглядно.